Опа, что это у нас такое? Это еще один Behringer B2 Pro. На этот раз более новая ревизия. Ну и не самая новая, потому что самая новая ревизия, у нее там совсем схема на SMD компонентах. А здесь сейчас покажу, что внутри. А вот такой вот у нас экземпляр. Уже видно, что решили отказаться от латуни, сделали полностью цинковый, что шасси вот это вот, что как бы вот эта гильза и прижимная гайка, все уже сделано из цинка. Вот такие дела.